Сегодня же в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. Родные, близкие, сослуживцы, коллеги-космонавты вспоминали свои встречи с Андрианом Николаевым. О том, что заправлял ракету земляка Андриана Николаева, Николай Михалков, служивший на Байконуре, узнал уже после полета. Тот случай он помнит, как вчера. Союз-9 в 70-м году... В 70-м году мы заправились, ракета стоит, парится, мы уходим уже, у нас, как говорится, по готовности мы справились, и выходим, уже подъезжает автобус, оттуда выходят космонавты, мы не знаем, кто-то, по фамилии никого не знаем, мы потом только узнали, что... Мы заправили нашего земляка. В фойе театра открыта выставка, посвященная жизни и деятельности нашего легендарного земляка. Историки еще будут писать много, исторические архивные какие-то справки будут поднимать. И мы к столетию образования Чувашской автономии, которое отмечаем в следующем 2020 году, еще многое сделаем. Для того, чтобы все эти ценности... летчика-космонавта передать молодому поколению. Потому что на его примере воспитывались тысячи и тысячи уроженцев Чувашской Республики. В Чувашу приехала целая делегация из звездного городка и дочь Андриана Григорьевича, Елена. Вот сейчас здесь сидят ребятки, молодые, молодое поколение. Я бы хотела обратиться к вам. Вы наше будущее. Мы очень скоро передадим правление нашей страны в ваши руки. Ребята, будьте такими же целеустремленными в жизни и не бойтесь никаких трудностей. Идите вперед, ставьте перед собой цели, идите вперед. Учитесь у моего отца, у моей матери, у наших первых космонавтов. На торжественном собрании прозвучала любимая песня нашего земляка «Лети, лети, кукушка».